Обзор детальный, какое пиво бесплатное, а какое платное в отеле Dream Lagoon. Смотрите, вот это пиво местного производства, если вам его разливают, то оно бесплатно. Если вы просите, чтобы вам дали вот так бутылку, то вы платите за то же самое пиво доллар. Дальше. Если вы хотите вот это пиво, это стоит $5. Вот это стоит у нас Саккаро $3, Стелла $3 и Стелла вот в такой банке $2. Подробно вам рассказала про пиво, потому что часто поступают у меня вопросы на эту тему, что платно, что бесплатно. Надеюсь, сейчас стало уже наглядно понятно. То есть берете бутылку в стекле Наполи, доллар платите, просто вам стаканчик разливают, это же пиво, повторюсь, бесплатно. А вот это уже, соответственно, за доп. Плату. Во многих отелях, хочу сделать акцент, Египта, импортные напитки спиртные всегда за доп. Плату.